Сегодня я хочу с вами поговорить на тему грядущих трендов на весну 2018 года. Поговорим с вами о том, что будет в моде, и я вам дам конкретные рекомендации как по каким-то отдельным продуктам, так и в принципе просто задам вам какое-то направление, а вы уже сможете, исходя из того, что у вас есть в коллекции, придерживаться тех или иных трендов, если они вам понравятся. Я вам буду рассказывать о своих личных фаворитах, и начать я хочу в принципе даже не с косметики, а с украшений, потому что я сейчас вижу, что это на пике популярности, а именно вот такие вот очень деликатные, небольшого размера украшения, разных цветов, разных металлов, но они присутствуют везде, причем их и наслаивают, и носят по отдельности. И я уже много лет ношу только вот такие вот очень деликатные украшения, мне не нравятся, мне нравится, как они выглядят, и они как будто вообще никогда не выходят из моды. И будь то сережки, гвоздики какие-то маленькие, деликатные, или какое-то вот такое украшение, это совершенно не важно, и что больше всего мне здесь нравится, это то, что вот такого рода украшение подходит, в принципе, под все. Это украшение от компании So You Feel, и оно персонализированное. То есть здесь вот, в принципе, я надеюсь, что это будет видно, под определенными углами видно, что здесь выбиты координаты. Кто смотрел видео моё в Инстаграме, тот знает, что за координаты здесь выбиты, но мне очень нравится это украшение, я постоянно его ношу, и мне нравится, что оно вот такое вот как горизонтальное, то есть под все вот такие вот горизонтальные вырезы и под прямые вот такие вырезы оно очень хорошо подходит. Также у меня от So You Feel, кстати, зацените, какая у них сейчас коробочка. Я помню, когда-то с So You Feel я познакомилась, когда у них чармы были только в стиле Пандоры, а сейчас они так разрослись, они очень много делают персонализированного. А я вообще обожаю персонализированные вещи, потому что вроде бы как они ни у кого не повторяются. Да? Даже если я и моя подруга закажем, например, вот такое вот ожерелье, то оно будет разное. Вот второе я вам хочу ожерелье показать, оно с инициалами. У меня инициалы очень удачные, они формируют слово KISS, правда с одним S, но это не важно, все равно звучит так, как надо. И вот, вот такую монограмму тоже можно заказать, мне очень нравится, как она выглядит. Здесь не буквально вот так вот видно, что это какие-то буквы, то есть все так завуалировано красиво, но в то же время, если присмотреться, то сразу понятно, что это буквы. И можно заказать в маленьком размере, это, кстати, маленький размер, и можно заказать их в большом размере. Как для персонализированного украшения стоят они вообще недорого, и я вам в любом случае оставлю координаты под видео, если вас заинтересует, заходите, смотрите, можете сделать подарок себе, либо вот кому-то другому, потому что в качестве подарка это тоже, мне кажется, замечательные вещи, и я уже очень давно их ношу, где-то месяца 4, наверное, точно уже их ношу, и я специально не сразу стала рассказывать о них, как только я их получила, потому что мне хотелось проверить, не будут ли они чернеть, вытираться, или что-то с ними будет такое происходить. Ну, пока, как видите, они хорошо выглядят, и у меня это желтое золото, но это не золото, эти украшения покрыты позолотой. Что касается трендов макияжа, то здесь я сплошь и рядом все равно вижу сияющую кожу, причем не только сияющую кожу, если раньше мы видели только сияющую кожу, такую естественность, то сейчас я вижу сияющее все, вот просто все, сияющие глаза, сияющие губы, сияющие скулы, сияющую кожу, то есть абсолютно все сияет, и если вам кажется, что вы сделали макияж и вы похожи на жирный блин, то это успех, потому что это как раз вот сейчас на пике популярности. В весенних трендах я не увидела какие-то яркие акценты, за исключением одного единственного цвета, но о нем я немножко попозже расскажу, когда мы дойдем к глазам. А что касается макияжа лица, здесь вот просто максимальная естественность и юность модна. То есть, по сути, вся кожа полностью сияет, то есть, в зависимости от того, как преломляется свет, не только на скуле это сияние, но и на носу, на подбородке, где-то вот здесь, то есть во всех местах, как ни повернись, вот как вот свет преломляется, вот так и должно сиять. У меня кожа в последнее время достаточно сухая, и мне вот добиться вот такого вот естественного сияния достаточно сложно, но есть продукты, которые мне в этом помогают. Первое, что я всегда использую, это праймер увлажняющий от Anneli. Я уже миллион раз о нем рассказывала, но это такое именно базовое увлажнение лица. Он не придает вот именно такой glow по всему лицу, но он очень хорошо увлажняет кожу и подготавливает ее к макияжу. Если вам нужно добавить какое-то сияние вашей тональной основе, например, у вас она более матовая или более такая вот пудровая или натурального финиша, то вы можете смешать ее с
какой-то сверкалкой. У меня, например, в фаворитах NES Cosmetics. Это жидкий хайлайтер, но его можно смешивать вместе с тональной основой. И то же самое можно и делать с жидким хайлайтером от Becca. У меня это Moonstone. Сегодня я воспользовалась немножко другим трюком для достижения того эффекта, который вы сейчас видите на мне. Надеюсь, видно, что кожа у меня, в принципе, очень сияющая. То есть во всех зонах есть такое, как естественное сияние. И для того, чтобы этого добиться, я взяла вот такую тональную основу от Bourjois. Кстати, вот это тоже очень хороший вариант на весну, потому что она легкая, у нее есть SPF 30, и, в принципе, она очень такой вот невесомой ощущается на лице, но наношу я ее не просто так взяла, как бы, и нанесла, а я беру спонж от Real Techniques и добавляю пару капель на спонж масла от Annelie. Что нужно сделать, это буквально вот так вот пару капель добавить на спонж. И после этого вы можете растушевывать свою тональную основу. При этом, когда вы будете тушевать, вот это масло, видите, будет смешиваться с тоном. И из-за вот этого масла появится именно вот такое вот по-настоящему здоровое, красивое сияние. Вот это отличный трюк, особенно с какими-то неплотными тональными основами, потому что если тональная основа слишком плотная, то это может начать ее разрушать. А здесь вот если у вас изначально такая легенькая тональная основа, то все прекрасно растушевывается, и действительно именно такой здоровый, холеный вид появляется. Какие бы ни были тренды, но если вы свой макияж не представляете без пудры, то я вам хочу порекомендовать опять-таки сияющую пудру. У меня это от Rilouie, называется пудра в шариках Steel Touch. Для меня это совершенно не хайлайтер, потому что он такого именно видимого сияния не добавляет на коже, но если им закреплять все лицо, например, там всю тональную основу, то он создает такой вот легкий какой-то сатиновый финиш на лице, это очень красиво выглядит, не нужно как-то наляпывать, то есть буквально несколько раз кисточкой кабуки, потом слегка вот так вот вуалью пройдетесь по лицу, и вы заметите, что лицо вот просто преображается сразу. Что касается зоны скул, то здесь меня впечатлило то, что бронзер вот сейчас, в этом году, уже не настолько актуален, как все эти годы до этого. Да, есть еще до сих пор очень массивное, такое сильное влияние бронзера в макияже, то есть до сих пор вот этот бронзовый такой вот лук, очень загорелый, он до сих пор в моде, но я все больше и больше замечаю, что бронзер отходит, и на его место возвращаются румяна. А румяна именно в технике дрейпинга, когда мы их наносим по технике бронзера, то есть, грубо говоря, на всю зону скул, и даже остатками проходимся вот здесь вот по височной зоне, по лбу даже. Очень активные такие вот румяна, растушеванные, такой вот как свежий какой-то и морозный, и теплый румянец, то есть вот это все в моде. Я хочу порекомендовать палетку, вот она у меня недавно появилась, буквально может последний месяц, я ее просто не выпускаю из рук, потому что здесь румяна. Три оттенка, это, кстати, The Balm Girls Getaway Trio называется эта палетка. Здесь румяна, которые в какой-то мере граничат с бронзерами. Особенно вот эти два оттенка, но все равно они имеют какое-то легкое вот такое вот освежение. Если вы все-таки не хотите отходить от образа бронзовой богини, то я могу вам порекомендовать от Makeup Revolution вот такой вот бронзер Summer of Love. Очень сатиновый, очень такой вот полупрозрачный, то есть действительно он создает такой эффект, как будто у вас на коже вот такой вот естественный сияющий загар, вот как-то вот так вот. И очень красиво это действительно выглядит, причем это красиво выглядит и вживую, и на камере, да, то есть не только на камере, а вживую тоже, потому что вообще вот эти все сатиновые текстуры для лица, они очень красиво выглядят в жизни, потому что они похожи на естественную текстуру и естественную структуру, скажем так, кожи. Хайлайтеры, конечно же, на пике популярности, мои самые любимые хайлайтеры это Annelie, я уже тоже много раз их показывала, если вы до сих пор не знакомы с этой маркой, опять-таки я вам здесь вот под буквочкой I оставлю ссылку на обзор всего, что у меня есть от этого бренда. Самые мои любимые оттенки, это оттенок номер один, это очень-очень светлый хайлайтер на скуле, я сегодня использовала оттенок номер три, он более такой песочный, телесный, бежевый, красивый оттенок тоже, и чем мне нравятся эти хайлайтеры, это тем,
что это минеральный хайлайтер, который вот просто тает на коже. Абсолютно не видно, где он начинается, где он заканчивается. Он полностью как вплавляется в кожу. То же самое, в принципе, делают хайлайтеры от Бека. Я их тоже очень люблю, но хайлайтеры от Бека намного дороже стоят. У меня это Moonstone, тоже я им пользуюсь. Буду продолжать, естественно, пользоваться. И всем рекомендую, кто хочет хороший хайлайтер, который будет выглядеть именно нормально, а не просто какой-то вот полосой металлической. И если после всех этих продуктов ваше лицо еще недостаточно сияет, то, конечно же, не забывайте о фиксирующих спреях, вернее, финишных спреях. Самый лучший финишный спрей, который еще и недорого стоит, это ColourPop. Он действительно отлично добавляет вот этот glow по всему лицу. Что касается макияжа глаз, то здесь тренды уходят двумя абсолютно разными дорогами, можно сказать. С одной стороны, модно делать очень-очень светлый и сияющий макияж, вот по типу такого, как сейчас на мне. Если лицо у вас вот такое вот свежее, сияющее, то и вот такие вот глаза тоже туда очень в тему. В этом году появился тренд, который сейчас приведет в ужас, наверное, всех моих зрителей. Знаете, какой оттенок сейчас один из самых модных вообще в макияже глаз? Я знаю, что у большинства это вызывает аналогию с макияжем 90-х или макияжем буфетчицы, как это принято называть. Но, слава богу, бьюти-блогеров сейчас огромное количество и очень много есть на YouTube уроков по макияжу, поэтому не обязательно вот такие вот тени наносить от ресничного края до брови, и как бы все, вот макияж на этом готов. Можно сделать какой-то halo eye, можно сделать какой-то небольшой акцент на нижнем веке, можно сделать какую-то растушевку там из синего в фиолетовый, а потом внешние уголки затемнить. Вся вот эта вот гамма, за исключением, наверное, разве что зеленого, сейчас на пике популярности. То есть и бронзовые вот такие вот оттенки сейчас на пике, и синие, сиреневые, голубые, фиолетовые, вот это вот все тоже на пике популярности. Брови сейчас в моде лохматые, такие как неряшливые. Если вы вспомните себя в юности, когда у вас вот такие заросшие были брови, которые во все стороны росли, вот сейчас это на пике популярности. Сейчас отходят вот эти вот жесткие линии, когда вот мы рисовали жесткую форму, потом еще консилером где-то подправляли. Я в последнее время постоянно пользуюсь вот таким вот оттеночным гелем для бровей, Fix and Color, и вот после того, как я заполняю основным цветом бровь, я беру и вот этой щеточкой просто начинаю вот так вот прочесывать брови в разные стороны, и брови у меня сразу выглядят более объемными и пышными. Что касается губ, то здесь я вас опять ничем не впечатлю, потому что в моде модно что? Сияние, естественно, и сюда оно добралось. Матовые помады, я сейчас смотрю, отходят, потому что они уже заменяются какими-то либо гибридными формулами, то есть вот такая вот как бы классическая якобы увлажняющая помада, которая трансформируется в что-то более пудровое на губах. Вот, например, это отлично делают новые помады от Bourjois. Опять-таки, на них я делала отдельное видео с тест-драйвом стойкости, то есть если вы его не видели, обязательно посмотрите. Но помимо вот таких вот гибридных формул, возвращаются в моду также и классические помады, вот такие вот кремовые, сливочные, которые мы уже все забыли, как вообще выглядят. И я могу вам порекомендовать помады от ColourPop. И также, в принципе, можно все использовать от простого вот такого вот прозрачного блеска для губ до, опять-таки, каких-то нюдовых вариантов. Это у меня от ColourPop. И в том числе я знаю, что у многих есть в коллекции вот такие вот блески от NYX Butter Gloss. Вот, можете их на весну доставать, потому что это очень актуально будет, вот такая вот текстура, когда немножко цвета и в то же время сильный глянец. Обязательно расскажите мне в комментариях, какие для вас самые любимые продукты на весну, чем собираетесь пользоваться, что вам нравится, может быть, какие-то отдельные продукты вас впечатляют именно для этого сезона, поэтому обязательно напишите, я уверена, и мне, и всем остальным зрителям тоже будет интересно почитать это в комментариях. А на этом я буду с вами прощаться. Если вы еще не подписаны на мой канал, конечно же, подписывайтесь, это можно сделать вот здесь вот. Также я вам здесь оставлю два других своих видео, если вы их еще не видели, обязательно их посмотрите, потому что они 100% будут для вас такими же полезными, как и это видео. А если видели, то мы тогда увидимся с вами в следующем новом моем видео.